Евгений Анатольевич представляет. При поддержке Юджин Филмс. Сериал Геншин Импакт. В главных ролях. Кей Альбич в роли Кей. И Люк Рагнавайр в роли Дьюка. Похотливая Пайман. Четвертая серия. Откровение. Не может этого быть. Кея? Да, Кея. Я помогу помочь тебе. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Ну пойдем, пойдем. Проходи, присаживайся, Кея. Спасибо, Кея. Ну так что, расскажешь мне, как победить Чайлда? Ну, слушай внимательно. Чайлд был обычным лохом. А потом он нашел лук и стал супер лохом. И он начал похищать сучек. Ха-ха-ха, сучки, я вас всех похищу. Но зачем же он похитил мою Паймана? Зачем же он ее похитил? Он заставляет ее рисовать блядские картины. Рисуй мои блядские картины. Рисовывай их, а потом я буду тебя насиловать. А, какой он может, какой он негодяй. Он что, их будет продавать потом? Да, он ее похитил, чтобы насиловать и рисовать картины. Ты должен его остановить, Кея. Ну как я это сделаю, Кея? Стоп, а как ты вообще появился? Я Кея из будущего. Тань, тань, тань! Кея из будущего. Расскажи мне, сколько у меня еще будет сучек? На этот вопрос я не могу тебе дать ответ по закону будущего. Ты узнаешь это, когда случится. Нет! Но все же, как мне остановить Чайлда? Поднимайся на второй этаж и открывай шкаф. Спасибо тебе, Кея. Ах да, чуть не забыл. У Лизы важно. Важно остановить Чайлда. Черт, тут нет шкафа. Он меня что, обманул? О, так вот, чем я смогу остановить Чайлда. Продолжение следует.